Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Вроде бы даже все работает. Вау, новый нахал неплохой. Как все сложно. А где он? Внизу, окей. Давай, иди сюда, пёс, пёсик. Оу. Но, ну ты чё, такой дикий. Ха. Ну да, да, да. Тут, конечно, поставили нормальных врагов. Так, где там?
Убейте его, чё вы стоите, кого вы ждете? А, вот этого еще можно подождать, да, понял. У нас братья, по-моему, не высовываются. Плохо. Там еще есть, да, братик? Понятно. Сейчас у нас здесь. Thank you.
Сколько это левелов получается? Семь левелов. Отлично. Так, ну теперь я обновил свиточки.
Ты чего такой бодрый? Он так долго ждал, сидел там. Чтобы в конце просто самое с обычных ударов развалить искателей приключений и не оставить единого шанса. Ну нет, ну как ты можешь это делать? Мне нужны мои друзья. Но не очи. Серьезно? Ну вы серьезно? У меня не было свитков! Серьезно, я забыл, что у меня нету свитков больше. В смысле, как?
Ха! Шмотки упали туда. Какая досада. Ну идите же сюда, во-во-во-во-во. Два этих парня — это вообще зло. С отдачей меня убил. Свиточков больше нет. Где мой друг остался? Ох ты, вот этот интересный парень. Задрали оба, слышишь? Эта лестница им так нравится. Ну, уже справились. Ящик лежит. Ох.
Этот парень был из тех, кто просто любит срез. Не дошел он до него. Потеряйте меня, я не тут, я не здесь. А, он меня все еще видит. А, сейчас. Сейчас видит. Ну, ёпштель-мопштель. Опа, отлично. А, надо было Феникса, наверное, подобрать, да? Да, надо было подобрать Феникса хотя бы. Ой, моя подмога там со всеми расправилась и прибежала. Ну, или просто тоже прибежала от врагов. Операция «Быстрые ноги». Этот меня увидел. Судя по всему, да. Опа, не то. Так, с этим надо побеседовать. Но я не попадаю по врагу, так что ты... Какой... Вертливый, неспокойный. Если я вот так вот сделаю, он прям стоит на этой точке волшебной. Ля-л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 я
Понял. Есть небольшой грех. А я все думал.
чё он такой увертливый гад? Оказывается, это я просто дурачок. Нет! Простил? Меня простил. А, я не ту кнопку нажал, да? Я понял, я понял. О-ля-ля. Откуда? Откуда это чудо прилетело? Казалось бы, можно же было все сделать по уму сразу. Вот тут, кстати, 189 левела. Нормально вообще? Что за волшебный чувак? Прям 180? Иди сюда, иди сюда, иди, 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 иди сюда, иди сюда. Лечи, наверное. Как мы союзники. Три дивайн фрагмента. Очень скромная награда. Давай, давай, посмотрим. Опа. Так, дальше у нас вот тут большой папочка. Ребята, работайте, ребятки, я тут пока. Ага. Лесоповалом займусь немного. Опа. Как я не провалился, я не знаю. Ну и ладно. Так, тут у нас что-то есть интересное. Beaten to death. By Skeleton Warrior. Вот тут надо проверить. А все я порядок. Вот это вот тут есть. О-ля-ля, вот это неожиданный пул, ребят. Дерись, Ханзо! Пойду рыжу шмотку заберу. Ханзо, поднимайся, Ханзо. Ля-ля-ля-ля, бежим, бежим, ребят, бежим. Тут небезопасно. О, вот это вот было очень обидно. О, дважды обидно.
で片付いたか。Где мой друг потерялся? А вот и он. Позади меня тусит. Тут никого, но есть тропчик. Нет! Он же был в сете, который мне так нравился. Я думал, вы мне хоть частичку выбить и чего-то. Ну что ж вас так тянет-то на эти... Обоих скинули, красавцы, красавцы. О, контроллер еще забирает. А, ну так вот просто обвалился, я понял, там по прямой считай. А, до 50-го я могу только поднять, понял. Типа с не хватило бы на левел. Понял, понял. Кто у нас тут сидит? Кто у нас тут сидит? Ля, красавец. Давай покажи, что ты умеешь. Бля, ему вода вообще без разницы. Я так посмотрю. Девять всего лишь докинули. Икс.
Да. Вышло не ярко, он под конец меня активировал, так интересно. Имелся шанс на успех. Тут что у нас такое? Так, тут нуя будет. Я вообще смогу завалить? No, я знал, что он будет делать такую штуку, но... Ой, ё-моё, но я не знал, когда. Его на комбастер хватает по итогу. Оранжевые шмотки дропаются, хорошо. Выглядит, конечно, красиво, но толку с ним. Так, это у нас вниз. Вот этого можно попробовать забить. Чтобы тут не было. А есть тут... Так, а где у нас левел? Паучиха или это вампир? Нет, паучиха, окей. Yeah.
Ну... Так... Японский бог, как я замедлен, это просто невероятная тема. Как же она сопротивлялась, это просто невероятно. А, ну, ну и дальше Вомпер. Шутки не шутит. Вампир шутки не шутит, но и я тоже неплох. Чего? 4, 5 молний. 6, 7. Лоу. Вот это он джибошит. Вот это он нормально дал сейчас.
Окей. Бля, что ты делаешь? Блин, почему я открывал те двери, и они оказались закрыты, а тут все как бы нормально. Начинается серьезная битва. Так, тут, по-моему, надо бежать, насколько я помню. И оно идет наверх. Почти не лагает. Ля-ля. Он был только что за спиной, сразу портнулся. Серьезно.
Так. Сколько ж ты крутиться-то будешь, пёсик? Так, а теперь доехала, да? Какой дэмэдж. Джинс. Новые приемы, значит, изучил, да? Молодец, молодец. А у меня все те же. Так как я занес-то в бочину эту шелупонь? Я вообще в шоке. Чего ты? Не, ну это нормально. Он чуть-чуть отскочил, меня застагерило, и он потрогал меня в области живота. Очень сильно потрогал. Что делать? Змеюка появляется, да? Смотри, как он. От огня ему ни холодно, ни жарко. На. Тоже не особо.
достал такие. Да ладно. Алло, алло. Бля, змеюка-то жирная. Лево, вправо, лево, вправо, лево, вправо. Вот подперло его на крышу, подперло и все. Чего? Да нет. О боже мой. Дал на клык, так сказать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Дань. О, а можно как-то? Что за бомбежка идет? Алло, алло. Так, что-то суши сегодня это самое принесли не те. Уж больно они огромные. Еще и отбиваются. Так, ну на этих не нет смысла армор закидывать. Блин, я успеваю два тика схватить еще, это вообще забей на это. Я даже феникса не подобрал. Или это феникс дропнулся? Это он дропнулся.
Ты чего? Змей. А ну вышел отсюда. Серьезно вы еще или что, или прикалываетесь? Уроди. Thank you.
Ну, естественно, это бесячая атака. Ты что там удумал? Пусть отдыхнет этот кусник. О-ха-ха! Уроды. Нормально вообще, нет? А этот хотя бы отъехал.
Ну попади, попал. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Но в смысле? Он же... Что-то вообще нереально творить, я хер его знаю. Наконец-то ты сообразил, что нужно сделать. А, таргет у меня, конечно, не сообразил, кого я хочу бить.
Та-та-та-тай. Да что тут говорить? Как бы финальную змеюку вот, навертеть. В смысле? Вы что там сговорились? Зашел, потому что я могу. Это вы всего боитесь. И не ходите туда, где опасно. А я сражаюсь. Да у тебя нет понимания, понял? Понял? Да ты дурак. А я Нио. Я тут Нио.
камешки, камушки, вы мои камушки. Да ладно.
Ну, а почему ты сейчас-то попадаешь? Чего? Ты камень не разбил? Ну ты серьезно, брат. Ну ты же мог, я в тебя верил. Чего, чего? Аккуратнее. Да нет. Ладно.
Придушил змея, блядь! У кого-то были сомнения? Но, видимо, змеякой недостаточно. Сколько змеи не души, как говорится. Дальше тебя не пустят. Вот бы помнить, куда бежать. Насколько я помню, нужно вот эти вот комнатки пересекать. Тут мне не рады. А можно камера не будет прыгать вот как она делает?
Тут еще один стоит. О, лорд, тут же ключ нужен. А еще тут есть колеса. Да ну, да пощади, слышь. Естественно, там будет парень, который меня копьем будет тыкать издалека. Сначала тут надо убить снайпера, который думает, что он самый. Там упало, кстати. Интересно или так? Видимо, так. Я развалил его. Чтобы сгореть, нужно гораздо больше времени. Еще час бы потратил. Тогда все возможно. А так
Да так же, как почти удачную попытку. Вадик, походу, умер там. К сожалению. Колесико. Колесико, колесико. Ну надо же было тебе на моем пути встать. Ну нет, ну опять ты, друг, ну опять ты. И все, и у меня контроллер перестал дышать. Махалай, контроллер починяю. А он совсем как бы. Оранжевый заполненный. Да я маску сменил, да. Еще вчера, по-моему. Что ты там сделал? Ну, вчера вечером, да, как раз. Уже перед тем, как спать ложиться. Шмотки там менял, туда-сюда тасовал. Да ладно, ты с ноги еще умеешь? Ничего, неплохо.
Вот тут тоже интересный босс. Быстрый, как... Как никто. Хотя надо прокачаться, да? Чё-то я... Меня заметил, мне ничего не оставалось, кроме как его наказать. Кроме как наказать его. Так, этот меня тоже заметил. Его бы тоже наказать, конечно, но... Да уж, вот это ситуация. Так, оп. Может, я лагаю? Может, Twitch лагает? Как бы нам тут придумать-то, интересно? Тут проходка есть. О-ля-ля! Да, 10 проходок из 10. 10 проходок из 10. У меня вообще Twitch почему-то все время обновляет всякую шелупень, так что я думаю, с Twitch'ом тоже не все в порядке. Побегаю вот с этой стороны. Тут мы тоже бегаем с этой стороны. Забираем Феникса. Тут не пробежать, там бомбас. Тут вполне можно пробежать, но куда это выведет, непонятно. А, это вниз выведет, я понял. Ля-л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 я. Ну давай, давай, иди сюда. Иди сюда, псин. Слышь? Угу. Надо было больше всего. Так старался, так старался. Так, где-то тут есть колесо. Насколько я помню, оно вот здесь вот. Нет? Щит. Вот это... Вот это провал.
Хотя... Ага, вот это вот тоже может быть провал. Фак! Я ему даже по рогам не попал. Собакин. Меня выведет куда? Меня выведет сюда. Так, а тут умер Лил. Вот это прикольно было. Что ты будешь делать? Ты такой настойчивый. Брат, ты такой настойчивый. Прибежал этот купейщик откуда-то. Поинтересоваться, как тут дела вообще? Не смог его запушить. Он не умер. Есть где-то? Какой же ты доставучий. Прям бесишь. Так, тут у нас кто?
Так, так, там на мосту есть кто-то хорошенький. Ну нет. Не то. Есть никого. Этот чувак не резается. Хороших водных процедур. Ой, что ты сделал? Как ты достал меня? Как именно, непонятно. Так я и не выяснил, насколько хорошо бьется водой. Боже мой. Ну. Воду он с меня снял. Ну, все бафы. Но Феникса я занес прям как надо. Okay.
Ой-ой-ой. Ноу, ну я только забафался. Где ж ты бегаешь-то, слышишь? Воу, какая битва. Я в шоках. Серьезно, я думал, он меня убьет. Провернет что-то быстрое. Но я так и вписал ему дэмэдж. В других там 90 случаях он просто... Я думаю, на этой замечательной ноте я закончу. Всем спасибо, всем до скорых встреч.